What the fuck? Она приятно удивится или неприятно? То есть я могу сказать: «О, Фрэнк, а что ты тут делаешь?» Или, мол, «Какого хрена ты тут делаешь?» Вау, Я бы, слышишь, что йоу. предложил, Джаст? Типа, они вот как сейчас шли, говорили про работу, не видели меня. Я такой, типа, да, и она такая, это. Зачем ты надел кепку? Не знаю. Копай. Патрик, что ты здесь делаешь? Что ты тут делаешь? У тебя опять воспалился гемор... Сука! Я просто представил, что не воспалился геморрой, а я сижу на скамейке с геморроем. Я тоже об этом подумал. Я б тогда стоял. Нормально. Поехали. Ах ты, козёл! Так вот такая у тебя работа, да? С мужиками, значит, в цветастых майках он тут ездит. Работа у него. Привет, пупсик. Сколько? Пупсик! Нормально. Я тебе сейчас патлы вырву, ты сучка рыжая! В общем, смотрите сами, решайте, как говорится. Я, конечно, бы посоветовал Доктор, вам бы остаться. я не могу, у меня работа. Фрэнк, что ты тут делаешь? Я бы хотел тебе задать тот же вопрос. А у меня Девушка, да? вопрос, да. А тут как нету. А все поняла, все еще раз. Я говорит, актриса. Я, говорит, актриса, помню все наизусть. О, я ждала тебя, котик. Только я не котик нахер, я этот, я пес. Дерзкий нахрен, как пуля резкий. Песик. Ну что, песик, ты готов? Продолжим. Давай переснимем, я тут что-то как ты правильно сел, погоди. Я ждала тебя, песик. Слушай, что-то я как-то опять, ты как-то поздно говоришь. Давай, я захожу, и ты сразу говоришь. Я ждал тебя, песик. Я не, чтоб я не ждал. О, я ждала тебя, песик. Да, я не песик. Господи, твою мать, блаха, ну муха. Я что-то волнуюсь, погодите. О, я ждала тебя, песик. Да, ждала, только я не песик. Не песик. Твою мать! О, я ждала тебя, котик. О, класс нахер! Только я не котик, я песик, понимаешь? Хорошо, песик. Дерзкий пес нахер. Фачан, Фачан! Иди отсюда работать нахер. Ох.